Так, ребятки, продолжаем застраивать дом. Продолжается дикий экшен. Все в полевых условиях. Патроны на исходе, аптечки на исходе, но мы пытаемся закрепиться на центре. Все, его нету. Продолжаем отбиваться. Уже приходится подбирать все оружие, дробаши и все патроны, потому что неизвестно, сколько мы здесь будем держаться. Так, нормально. Переплавленного. Смал стышить просто немерено. Переплавленного? Да. Жесть. Мы там все, которые в доме проверили уже, ребят. Ну там так, по мелочи оружие. Так, ребят, не складываю все имущество смал стыша. Лишние сишки, болты. Потому что уже не хватает места. Перехожу на СМГ. Потому что калаш уже на грани и патронов мало. Придется работать с СМГшки. Да, ребят, короче, блин, вот эта вершина горы, она очень удобная. Это наш бежит. Очень удобно. Смотрите, можно что контролить. Вот эти вот, да, входные. То есть, если даже человек будет сидеть, можно четко снимать. Эту. Все подступы. Потом дальняя, вон та будка, где мы лутались, тоже хорошо контролить. Эту не видно. Все вот эти подступы, потому что тут к горе только три подхода, грубо говоря. И, соответственно, сейчас еще вам покажу. С той стороны вообще четко тоже. То есть вот с этой стороны горы, сейчас мы уже будем обживаться, так сказать, на этом месте. То есть отсюда, видите, тоже все контролится по голожопам, вон там вот. О, вот человек-то с оружием. То есть отсюда идеальная тоже позиция, можно вот отстреливать, пожалуйста. Вот чувак уже стреляет. Какой-то негодяй. Вот, допустим, смотрите, сейчас будет лутать. Оп! Попали. То есть тут уже как бы просто сидишь и прикалываешься. Вы поняли, да? Тут уже чисто поизгаляться можно. Делать нечего, сидишь, стреляешь. Там кто-то с СМГшкой жестко так долбит. Кто это там такой? Умный. С камнем чувак. А, вот он с СМГшкой, да? Да. Он, видите, не высовывается хитро. Где-то под низом сидит и отстреливает. Нашел СМГшку, повезло ему, конечно. Вот еще, допустим, да? Бля, ну тут, конечно, себя чувствуешь просто королем положения, если честно. С СМГшкой, кстати, ходит, до сих пор все будет. А, вот он. Есть! Наказал, ваншот в голову. Чувака добьем уже, ладно. А, у меня уже патроны кончились. Так, ну вот такая вот позиция тоже достаточно интересная. Так сказать, все плюсы вот этой позиции. Сидишь, СМГшника мы слили. Это наше. Все четенько. Все работаем. Надо же хоть немножко насладиться. Что, я зря что ли отвоевывал эту вершину? Вот, вот для чего это отвоевываешь. Чтобы посидеть, поотстреливать. Тут себя чувствуешь просто королем положения. Егорка. Егорка, конечно, вовремя подоспел. Может быть, даже и без Егорки мы не взяли бы. С 5 человек, в принципе, достаточно. Да, вообще трупешников, конечно, море. Так, ребятки, немножко изнутри, так сказать, камера, да? Уже поставили входные двери, полностью забаррикадировались. То есть первый этаж уже наш, везде двери. К нам уже сюда никто не зайдет. Сейчас раскидываем спальники, если нас будут убивать, чтобы мы сразу восстанавливались. Максимально быстро, так сказать. Ставим. И где-нибудь с другой стороны, вдруг с этой стороны. То есть готовимся переночевать первую ночь, так сказать, в заперти, можно сказать. Будем обороняться, блин, вот эту стену укрепить, конечно. В принципе, ощущения достаточно приятные. Все-таки защищенность, чувствуешь себя уже королем этой карты. Потому что, ну все, уже ты топовый, грубо говоря. Ты занял центральную часть, у тебя сишки под боком, оружие. Куча сера появляется постоянно. То есть, в принципе, достойненько. Все контролишь, все, уже ночь наступает, защищенность конкретная чувствуется, в принципе. Конечно, мы можем попасться под такой же организованный налет, но видите, насколько удобно контролить. Но посмотрим, что из этого выйдет. Все-таки хоть надо немножко насладиться мощью. Все, ребятки, Визи у нас выходит полностью. Спасибо тебе, Визи, за то, что помогал. Все, давай, удачи, и ты останешься в истории. Все, давай. Все, Визи у нас первый уже уходит. Он сказал, можете меня залутывать, потому что, в принципе... О, калаш мне нужен, потому что мы уже на грани. В принципе, ну это можно все разложить по ящичкам. Отлично. Все, будем ждать рейда. Там уже, кстати, написал Егорка. Сказал, что
В чате уже общую команду пишут, ребята, типа, ребят, все к сихам, походу готовится рейд массовый на нас. Так, поставили шкаф уже, ребятки, сейчас будем авторизовываться. Есть. А, может его наглухо застроить, чтобы вообще к нему никто не подошел. А, там визи стоит, ой, там этот элемент стоит, блин. Ох, ёперный театр, убегаем нафиг. Ребят, короче, вертолет завис. Я по нему попал. И он на нас сагрился. Жесть. Егорка, тебя положили, да? Нет, я зову. Так ты спрячься от вертолета. А, мы в этом бомбардир. О, это по мне? Охренеть. Это кто сагрил вертолет на нас? Жесть. По нам вертолет, ребят, долбит. Блин, а? Егорка, ты где вообще находишься? Я вот, сзади дома. Все, так ты, получается, и агришь вертолет на нас. Блин, опять ракеты пошли. Ты сейчас нам весь дом разнесешь, Егорка, блин. Все, все, забежал, все, сиди, да. Какого фига он по нам ракетами стреляет? Нас просто все это оставить, я просто знаю, как это убрать. Если он меня. Так, ребятки, все, вертолет улетел, с визи мы попрощались, элемента тоже дела, срочно он стоит ФК шит. Мы остались втроем, я, Маджестик и Егорка. Так как вертолет улетел, когда вертолет летает, тишина полнейшая на сервере. Да-да, все, забирай сюда, приноси его в Small Stash и ложи. Когда вертолет летает, тишина на сервере, никто никуда не высовывается, то есть вы сами должны понимать. Но сейчас уже, да, когда он улетел, сейчас начнется, может, что-то интересное, потому что сервер уже переполняется, и желающих атаковать нас прибавляется с каждой минутой, потому что мы отстреливаем всех. Еще раз прошу прощения у всех, кого убиваю. Просто мы сформировали команду, и как бы, ну... Вот как сформировали, так сформировали. И то Егорка чудом он проник нам, мы его раз пять перед тем, как принять в команду, убили. Потому что все-таки, когда уже команда сформирована, не хочется на ходу вносить какие-то поправки. Потому что, блин, опять заново всем все объяснять, опять балаган начнется. Поэтому я уже всем людям объясню, что конкретно, какие цели. Так намного удобнее работать. Так, ну тут пока тишина. Все, вертолет улетел, теперь будем ждать. Я хочу хотя бы заснять хотя бы один рейд на нас, как это выглядит изнутри. Так, ребят, началось. С болтом слева стоит на подходе. Вот откуда мы? Вон ползет, красный. Есть, попал. И еще левее, вон один, да. Башка торчит. Есть, ваншот, голову. Еще. А, ракета, уходим. К стенам близко не стойте, иначе ракетами вас поснимают. Работаем с болтов работаем. У ракет просто большой сплэш, поэтому можете залечь. Пока работаем с болтов. Да, за камнями вижу один. Вроде снял. Так, обороняемся, ребят. Пошла жара, пошла. Двоих как минимум я снял там. Так, ребят, давайте сверху работать. Я попробую обойти с дома и враж пройти. Давай. Поехали. Камень, контрольте. Где он? Уходит, все, клэш. Давай назад, это ловушка. Это не ловушка, давай, контроль, я побежал. Да, я выступаю. А, ну потому что тут все в огне. Тут все в огне полностью. Давай, работайте, прикрывайте. Так, сейчас буду вблизи работать. Одного вижу, там два человека стреляют с ракет. Сейчас буду в бочину заходить. Кто где? Ага, в соседе не видел. Есть, сняли.
Ёперный театр, меня сняли. Так, я встал чудом. Чудом встал. Я живой, живой, живой. Я тут на пятачке работаю. Вы главное прикрывайте направление. Я зеленый, по мне не стреляю. А, я вас вижу, все. Мы там немножко зажигательными постреляли. Давай, давай, красавцы, красавцы, отражаем. Слушай, есть хилка? А то я... Что? Есть еще одного снял. Шприц, могу дать. Ну давай хоть шприц, это шприц, хоть что-то. Просто тут видишь, у них позиция грамотная, как и у нас, и так особо не постреляешь. Все, я двоих снял. Их там было четверо или трое. Я так и не понял. Так, вроде тихо стало. Все, иду лутать. Это кто бежит к трупу? Свой? Все, давай, давай. Там их... Опа! Справа стреляют, с болта. Прикрой меня, прикрой, я блутаю. Все, увидел, они из кустов. Так, тут кто-то рядом с нами. Голову дал. Мне тоже в голову стреляли. Ребята, не вдвоем. Ну, мне бы хил был. Есть хил у него, нет? Да, вот у него не сберу. Опа, помню. Ух ты, ё-моё. Егорка, прикрывай. Так, ага, я понял. Ага, они вот, ракеты, я ракеты заберу. Да, вот все, отходим, отходим, отходим. Понял. Отходим в дом, все, хватит пока. Так, а ники, ники, почитай, ник, почитай. АВ-120. Да никак. Все, давай в дом, в дом, в дом, в дом, в дом. Первую атаку отразили, все, в дом. Фу, блин. Так, это мы. Кстати, я говорю, вот они сейчас пришли в красных. Мы бы сейчас путались. Ну да, красавчик что предложил. Да блин, что там до сих пор бегаешь, давай в дом. А тут еще трое лежат. У них активы очень много. Аптечки главное подбирай, все, и все, патроны. Покажу. Блин, опять так, тут пароль поменял. У дома, у... А, ага. Это я, это я. Тут один голожок, и я отстрелил. Все, готов. Фух, первый. Назад, так, так складываем все. Ага, все. Ребят, пошли, 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 атака. Я выхожу на улицу, буду принимать. Минус. Красавчик. Они прибегают глазок, они взрывают и убегают. Мы так сделали. Так, а минус сделали, да? Да. Блин. Так, ресурсы, ресурсы есть, в принципе, появились, можно застраивать. Все ящики здесь. Сейчас я тогда выложу, потому что, блин, все. Да, все здесь есть. Куча металла, куча камня. Давай, все, Егорка, давай, ты у нас ребята, строитель будешь. Двое идут. Давай, принимай. Двое. Ты главное работай с болта, Маджестик. И говори откуда. Лево, право, либо центр сразу. Шарик, 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 шарик. Центр получается. Да, центр. Чтоб грамотно сообщал информацию. Центр, лево, право всегда говорите. Они вот за вот этими бочками. Все, я буду застраивать стены. Давай, Егорка, брешь заделывай. Да, снимай. Он пошел, возможно, с сишками. Все, красавчик. Добил. Там еще за ним есть, но они отстреливают. Еще где-то справа. Справа я бегаю, если что, в зеленый, справа. А, все понял. Прям возле фонарей. Да, вижу, вижу голожопа. Уходит. О, красавчик. Добиваю. Добил. Все, красава. Слева голожопа, это кто? Да. Снял, хорошо. Есть контакт. Все, класс. Готово. Есть ваншот. Так, ракетницы стреляют. С этих, блин. Ай-яй-яй. Попадают, кстати. О, у меня патроны кончились. Блин. У тебя есть опыт вылечить? Не-не-не, нормально все. Да-да, они с цистерн стреляют. Цистерны стреляют, блин, с бочек. Но у них там всего две ракеты было, все, две ракеты всего было. Вижу, вижу, тоже. А, они с дробовиками. Это между собой воюют, бля. Это
Есть, попал. Уже. Егорка, твоя задача, ты будешь строителем. Застраивай все дырки, бреши, сразу бери камень, всю фигню. Маджестик, ты, так как у тебя самый лучший обзор на крыше, ты сообщай, с какое направление бегут люди. Голожопы слева. Все, а я сижу справа и просто тоже как бы добираю всех. Блин, отбили второй раш уже, отбили. Четко, черт, держимся до последнего, все. Все, грамотно, видите, у меня позиция. В принципе. Слева голожопы лутают трупы, которых вы убили. Но они как бы там внизу, их неудобно отстреливать. Да, да, да. Пускай лутают, главное не подпустить. Да. Есть. Ой. Блин, мне прострелили. Я не совсем забыл, что я умею крафтить. Егорка, твоя задача застроить дырки. Все уже. Все полностью, дом опять неприступный. Да. Хорошо. А у нас на втором этаже дырка есть еще. Ну, это уже надо. Егорка, я отслеживай сарай, чтобы ресурсы забирать сразу. Попал. Все пока нормально. Пацан. Видел, да, видел. Ты его уложил, да? Ага, уложил. Красиво, красиво. Так, пожалуй, я еще кое-что сделаю. Ух ты, ё-моё, меня уже... шмальнули. А что же вы не стояли, то, что здесь взорвали? Да, ты осматривай, Егорка, осматривай. Короче, смотри, Маджестик, твоя задача находиться максимально долго на крыше, контролировать ситуацию, докладывать обстановку. Так, кто-то бежит. Это кто, свой? Да, бинты есть. На, одна аптечка. Благодарю. Так, если у меня... Ага, все, хорошо. По мне с центра кто-то стреляет. А, я, в принципе, да, там снайпер четкий сидит, он мне только что хеда прописал, я еле выжил. Надо вычислить. А, вижу, он за этими, за трубами прячется, неудобно. Так, пока сидим, ждем. Маджестик, ты, кстати, эти патроны тоже экономно расходуй. Угу. Да, четко работает. Опять мне хэд пролетело. Вторую линию обороны буду делать. Очень, конечно, смешно она выглядит, но... Опа, по мне попали. Да, аккуратней там, аккуратней. Так, ребят, нас в упор взять не смогли. Уже стреляют оттуда ракетами. Правда, попасть не могут. Все мимо пролетают. Несколько ракет. Я тоже понял. Ломаю. Он оттуда вот, видите, вон ИПЛ бегает. Все пытаются нас оттуда законтролить. И там снайпер четкий где-то сидит, постоянно хеды прописывает. А, у них там междоусобная война какая-то, вон, смотри. Нам уже гонит. Просто смысла нет хотя. Нет, смысл есть всегда, нет неприступных домов. Так, Маджестик, ты все время находись, контроль обстановку. Так, тут Егорка пытается что-то изобразить. Ага. Видите, такой уже, типа, ну, фундамент, и понятно, но получилось как крыша. И достаточно хороший бортик бегать. Короче, Егорка у нас архитектор. Так, я сейчас все выложу. Так, что-то у меня пуля пролетела прямо возле глаз. Маджестик у нас координатор, он смотрит за обстановкой и говорит, откуда кто бежит. Ну, а я так... Да, там снайпер работает по центру постоянно какой-то. Ну, я сейчас лучше сложу за патронами, сбегаю. Опа. Мне попали, по мне попали. Да он по центру лупит, с кустов откуда-то. Так, Егорка, ребят, Егорка начал рашить. Во-во-во. Я тебя вижу, ты стоишь. Ой, я сейчас буду по нему тоже работать. Да, он убил. А, это был Джоакс. Убили, да, тебя? Да. Вон там один, его больше нет. Ну да, мы ж кореша его слили. Есть обычная ракета? Народ. Он там за этим камнем обосновался и сидит тупо постоянно. О, два снайпера работают.
Так, ладно, не хочу я с ним перестреливаться. Чё, положил, да? Да. Наблюдаю за тобой. Все, вот он, я вижу тебя. Давай, лутай его, ник посмотри. Ух ты. Арма. Армагеддон. Давай, давай, лутай, 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 я тебя контролю. Ребятки, слили все-таки этого снайпера гребного. К нему постоянно прибегал Карифан. Я его отстреливал, на ходу сейчас только что хеда дал. И Егорка все-таки его дорашил. Вон там он сидел, постоянно мне хеда прописывал. Все, отжали. Тотальный контроль. Давай, Егорка, лутай там все и обратно к нам на базу. Так, слева к тебе залутанный... А, он все, от нас бегит, бежит все. Справа, точнее. Все, все, он убегает. Есть, попал в него. Что-то к нам боятся зайти. Центр, все, принимаем, принимаем. Сколько человек, видно, не? Нет, не видно, они за холмом, за слева. Все, по центру вижу, все, обхожу справа. Маджестик, ты контроль с болта, по возможности. А, так, так, так. Давайте, давайте, контрольте. Я иду враж сбоку. Видно, нет кого? А, вижу, вижу, все, вижу, вижу. Все, одного снял, одного снял. Они в мертвой зоне. Все, одного снял, второго зажал. Он отступает. Все, иду в раш. Ты без прикрытия. Я понял. Там не впервой. Стоим. Не впервой. Так, у нас здесь стенки поломались. Надо чинить. Почему? Все, один ушел, второго слил. Сейчас прочитаю ник. Вот так вот и работаем, ребятки. По-другому тут никак, иначе зарейдят два счета. По центру снайперов контрольте. Так, ник Артем. Все, я понял. 10 сишек. Вот гады шли к нам с сишками. Так, по центру еще один бегает. Кто сгорело? У нас сгорело на деревяшку. Офигеть, этот патрон. Все. Я такого не понял. Я по центру поднимаюсь, это я. Там. Вот за теми бочками. Там, вот один вижу. Давай, давай, убегай, я отстрелю. Угу. Так, все, ребятки, еще один минерейт отбили. Так, ребятки, вторая ночь. Пережили вторую ночь. Дом до сих пор наш, хоть мы и в меньшинстве. Так, там если что, ресы появились в этом. А, Егорка, забирай. Мы в меньшинстве, так, но тем не менее. Флэш, я, да, я вышел. Ага. А, тут же фонари еще работают, круто. Можно же смотреть, они же подсвечивают. Да, да, да. Так, ребятки, ну смотрите, я всегда хотел это сделать. О, мне ваншот прилетел от Паулю. Бегу себя лутать. Так, ребятки, вижу, подобрался вижу, к самому. Вижу, ага. Так, темнота наступает, я уже. Только на себя внимание отвлекаю. Давай, давай, я буду сейчас лутаться. Он на самой первой бочке вот этой центральной. О, блин, походу он меня должен видеть. Не-не-не, тут темнота полная. Ты вот так, блин, темнота-то для нас темнота. С его стороны тоже, мне кажется. Я просто себя без палева тут лутаю, как бы. Все, я уже ноль обзора, у меня ничего не вижу. Все, я понял, понял. Все, нафиг. Сейчас, опасно выходить, блин, так. Сейчас я напугаю его под конец. На птичку использовать. Вот это я хотел сделать, ребятки. Вы когда-нибудь таксишки использовали? Просто их девать некуда. Это я. Это сихи лишние сливаю просто. Так, ребят, ночное, обороночка ночная пошла. Ночная обороночка. Так, у нас место заканчивается. Да.
У нас спящих нет. А, ну да, можно. Там Визи спит. Ночной снайпер какой-то с подкрученной гаммой пытается нас проконтролить. Попадает очень четко. Мы нифига не видим. Да-да. С болта. Но он по-любому с гаммой. Я вот это хоть словил. Так, ребятки, Егорка опять отличился, пошел в раш, у него гамма подкручена, убил снайпера. Так, это я, Егорка, подбегаю к тебе. Не убей меня случайно. Как? Че, какой ник? Пауль, что ли? А, ну да, он же меня сваншотил. Все, четко. Да, вот гаденыш-то, а. Все, кидаю. Так, справа видны трафферы. Из леса. Но они в другую сторону. Давай, вступай. Все, я просто выкинул. Раздел его, чтобы там никто ничего не подбирал. Так, ребятки, еще один вид прикола, так сказать. Сейчас попробую покидать тихий сверху. Бомжей. Там, правда, никого нет. Но, тем не менее, как это вообще будет выглядеть? Так, я думаю... О, ты мне сам не упасть. Я думаю, надо спрашивать этих. Бах, а вон бегает люди. Смотрите, что происходит. Есть, попал. Бах, а красиво, кстати, в ночи-то. Все, всех положил. Хоть гаммы у меня нет, но в принципе более-менее. На песку хорошо видно. Разрывными четко долбить, конечно. Я разрывными стреляю. Так, ребятки, пока летает вертолет, опять никуда не высовываемся, сидим, пережидаем. У элемента, видите, какие есть свитерки, бабушка связала, он недавно приобрел в стиме. Давай, меняй следующий. Прикольные свитерки такие. Реально. Вот еще один офигенский. Ну, это так, похвастаться немного. Все, красавчик. Избавляемся от сишек, ребят, лишних. Девать некуда. Поэтому вот так вот прикалываемся. Так, ребятки, скрафтили еще стол для исследования. Сейчас будем пытаться изучить большие аптечки, потому что мы не можем их крафтить, только шприцы. Не очень удобно. Изучил, не? Не знаю. Не. Так, кто-то бежит по траве. А, кстати, вертолет, ты что, улетел? Вроде да. Давай, гасим, гасим. Кто-то подбегает. А кто там был? Голый? Блин, а что ты не сказал, что выпрыгнул-то, ёкарный? О, еще и элемент другой штуки. Егорка не предупредил даже. Вон, вон, голожопые. Кидаем. Дары, ребята, принимайте дары. Ну можно покуражиться немножко, все равно делать нефиг. Так, ребят, главное, чтобы к нам в спину не зашли сейчас. Ну это да. Так, ребятишки, у нас Егорка вышел, все, он уже, у него время кончилось, мы его облутали, вот он остался. О, кстати, калаш надо забрать. Пойду в эту фигню в будку. Балтеевич, по-моему. Ага, вот, у нас опять становится то больше, то меньше, кто-то уходит, кто-то приходит, элемент вернулся, Маджестик остался, короче, настроя. Сейчас еще немножко подождем, если кто-нибудь прибежит нам на рейд, будем отбивать, если нет, побежим в будку, там, где появляется сихи, и посмотрим, вообще, там кто-нибудь есть, или кто-нибудь ждать нам. Пока просто отстреливаем всех подряд. Сверху. Маджестик, сверху, прикрываю, элемент, ты где? Я в доме укрепляю дом, ну, двери ставлю. Ладно, Маджестик, ты сверху контроль то место, я пойду в рашец сбегаю. Подожди, давай чуть-чуть подождешь, я вот уже почти все. Давай, выбегай на улицу через вторую дверь. Не через центральную, а вторую.
Там с дробовика прям точно стреляют. Давай быстрее элемент. Ща, ща. Надо зарашить, иначе у них позиция выгодная, они там прячутся. Ща, иду. Маджестик, ты сверху постоянно на себя отвлекаешь. Они уже возле дома, эти гады. Окей. Одного снял, все убил. А, меня сняли, блин. Сейчас. Ребятки, они под домом, прям под домом, в красных куртках. О, спасибо, поднял, все, отлично. Вовремя ты выскочил. Попал, попал. Добивайте, добивайте, чтоб не поднимали. Нету, нету патронов. Сишки ставят. Взрываю. Все, одного снял, с сишками которые. Отходите от стен. Пошел, пошел. От стен отходим. Ух, ни хрена нам тут взорвали. Сейчас все укреплять буду. Маджестик, ты наверху? Нет, нет, я спрыгнул, да, тебя Я тут, я тут. Маджестик, ты мне нужен наверху. Маджестик. Ага. Маджестик, ты наверху. Элемент, твоя задачка посмотреть эти повреждения и оценить. Застроить по возможности. Я иду с враж туда вниз, осмотреть, что там. Маджестик, ты сверху мне должен эту информацию сливать. Кто стреляет? А, то не наш, все далеко. Так, я уже не вижу никого отсюда. Все, 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 контроль. Центр, контроль или лево? Я слева, это я слева прыгаю. Ты я меня видишь? Да, 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 я вижу. Все, все. Вот гады, блин, с сихами прибежали все-таки. А я, короче, выхожу, это, блин, а тут он под это, под домом уже сидит. Как он пробрался, я так не понял. Вроде же контролили все. Все, сейчас все буду чинить. Давай, давай, элемент. Попали по мне, я спустился полечиться, они воспользуются. Так, все, пойду ники почитаю. Да, вот этот красный кружок я съел. Ох, тут у него это. Кому калории нужны? Тут куча-куча этих. Нет. Короче, жрачки. Да всем нужны, нам обоим нужны. 10 да. Сих, вот гад. Аптечка большая. Вот тыквы дофига в этом чуваке. У них ракет было 5 штук, чего они с ракет не долбили, непонятно. Да, они все, да, вот. Вкратце. А, ник, почитай того, второго. Джокс. А, у меня Армани Скотт. Так, кто по траве бежит? По траве кто-то бежит. Это я. Свои? В забежал. А, не, вон голый за камнями дурашить. Mm-hmm. Так, может к аэродропу сбегать? Хотя. Ну его. Да, тот же самый, который нас сейчас рейдили. Побежи. А, не, аэродроп далеко, блин, не убежал. Тот же самый, слышишь, флеш прибежал. А, все. Так что они толку? Они же без сишек ничего не сделают. Они хотели тело желтать. Это я. Ну да, в принципе. Ребят, надо поесть, есть укол. Вот, спустись вниз. Ага. Спустись вниз, Маджестик. Вот тут труп лежит, там куча тыкв. Калории восполни. Короче, я сейчас еще буду застраивать эту нашу крепость. Нех ты. Так, сишки, которые они нам принесли. Надо слить. Так, ребятки, это там снизу правильно. Опять кипишец какой-то непонятный. Сервер, кстати, начинает подлагивать. Да, какой-то лаг, кстати, смотрите, насколько медленно все двигается. Я уже нажал какие-то действия, они до сих пор не произошли. Ребята, всех лагает? Да. Я нормально. Я что-то... Непонятно, я нажимаю действия, а они не происходят. А, да не. Так, все, ребятки. Ну, вот где это. Сливаем остатки сих. Ух, там бегают. Тут уже новая группировка какая-то организовалась из 6-7 человек. Поэтому я чувствую, скоро мы дождемся. Сколько человек? Так, ребятки, тут у нас новая группировка к нам движется из 5 или 7 человек.
Да-да, очень-очень сплоченная группировка уже выдвинулась за сихами. Она идет с пляжа. С пляжа сейчас только будет подниматься ко всем этим и, скорее всего, будет занимать место для сих. Так что скоро у нас будет рейд. Все, ребятки, на этом серию эту закончу. Будем ждать следующий рейд, потому что опять большая серия. Все, увидимся.